И снится нам не рокот космодрома. Нужно подумать, что я бриться собралась. Что теперь делать? Куда девать этот крем? На нос, наверное. У меня нос большой. Так что все пойдет на нос. Плохой, но плохо впитывается вот такой крем, но не знаю, больше брать его не буду. Я вчера тут шугаринг усов делала. Ну, я не скажу, что у меня усы как у Тараса Бульбы. Или как его там звать? Ну, что-то есть, что-то есть. Так, кремчик нанесли. Тоналочку, как всегда, теперь. Тоналочку. Смешиваю две тоналочки. Она у меня одна и та же. Пока что. Можете посмотреть в других моих видео, что я там смешиваю. Сейчас машинка стиральная взлетит. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Ту-ду-ту, ту-ду-ту-ту. Ту-ду-ту, ту-ду-ту-ту. Кто знает, кто пел эту песню? Ну-ка, скажите мне в комментариях. Кто помнит? Кто знает? Все, намазюкали чуть-чуть личика. Так, теперь накрасим бровки. Все как всегда, все по накатанной. Бровки. Бровки сегодня будут как в служебном романе, тоненькие. Вот. Ну, они у меня не тоненькие сами по себе, но
Я рисую их тоненько. Вот. Такие бровки. Ну, левая бровь, господи. Не удалась, не удалась. Левая не удалась. Так. Что еще накрасить? Румяшки. Румяшки накрашу, чтобы не быть бледной. Поехали. У меня тут на кисточке что-то оставалось. Так что накрашу румяшки. Освежусь. А то бледная. И бледная. Прибледная. Что еще накрасить? Я не знаю, что еще накрасить. Глаза не хочется красить. Но их вот стоит начать. И потом не можешь остановиться красить эти глаза. Ну что, пальцем? Пальцем, что ли, накрасить? Сегодня утром просыпаюсь от гуркота, от ветра, от рокота какого-то. Это какой-то кошмар был. Часов в 5 утра, как развелась буря, развелась, создалась. Буря создалась, и было очень-очень громко все это. Я была так рада, что мне не идти утром на работу, не завтра, в сутки. Уже так надоело по этим суткам работать, если бы вы знали. Сутки. Надоело. До глубины души. А мы работаем сутками, потому что автобусы не ходят по городу. Наш мэр умный отменил транспорт. У нас тут с короной тихо. Запустите людей, пусть они едут себе в масках. До работы люди не могут доехать. Что это, нормально? Ненормально. Поэтому мы работаем в сутки, чтобы люди там хоть на сутки приехали, потом 3 дня отдыхали. Но сутки очень тяжело работать. Даже если ничего не делать, все равно, знаете, как-то оно сутки вне дома. Не очень-то радостно. Спать-то хочется как-то в своей кровати. Ну, такое что-то намазюкала без любви. Без любви сегодня у меня макияж. Макияж без любви. Да. Без любви. Так, что тут еще? Под бровкой намазать сереньким, что ли, светленьким? А? Сегодня суббота. Только что мужики мимо окна понесли трубу в бесхозную. Тут у нас квартира есть бесхозная. Там аварийная ситуация. И они понесли туда эту трубу ремонтировать. И сегодня суббота. Что они там будут ремонтировать, не пойму. Странно. Ну, понесли.
Думаю, туда понесли, потому что больше некуда. Так. Что-то я наблистила тут, наблистила. Чего-то наблистила. Вот так. Короче, перебор какой-то сделала я. Какой-то перебор. Так, ну и что? Накрасить еще тушь. И все, я красивая буду. Буду красивая. Ходить по квартире я. Самая красивая девушка в мире ходит голая по своей квартире. Ей все равно. Или ей хорошо. Голоса вообще нету. Вообще нету. Голос потерялся. Вчера пришла смс ко мне с почтовой службы Мистис Экспресс. А у меня два заказа почтовых. Один украинский заказ по Украине, а второй с Эйсоса. На Эйсосе там по треку какая-то фигня происходит. Такое чувство, что мою посылку отправили обратно из Польши. Вот. А операторы говорят, не верьте. Не верьте. Ждите. Авось придет. Ну, я и жду. Вчера приходит от Мист Экспресс посылка. Ой, сообщение на Вайбер. Что? Вам должна прийти посылка 20-го. А я теперь не пойму, то ли это местная посылка, то ли это не местная. Вот. А вторую посылку я заказала по Украине на мейкапе. Бритву заказала себе Венус. Для дел. Важных. Ну вот. Заказала. А там ни ответа, ни привета. Ваш заказ знаходиться в обробці. В якій обробці? Скільки можна його обробляти? Уже неділя пройшла, вони його все обробляють. В общем, я навіть не знаю, що за посилка мені там йде. Я, звісно, більше хочу, щоб мені прийшла з Ейсоса посилка. Тому що вона і дороже. Вот. И всякое такое. Что это я тут наквацюкала? И дороже, и долгожданнее. Я вообще люблю такие, знаете, томные глаза. Томные. Но уже возраст не тот, я думаю, для томных глаз. Но я еще пытаюсь сделать себе томные глаза. Такие, знаете, затемненные. Ой, икаю. Да что ж такое? Так, ну, что, я не знаю, вроде как все. Сейчас еще губы чем-нибудь накрасить надо.
Вот вы знаете, не хочется мне красить губы красной помадой, но у меня ее много, куда ее девать? Сейчас накрашу губы красной помадой. А, красная помада. Красная помада. Сейчас возьму тут кисточку какую-то. Типа. Вот. Вот она. И накрашу губы красной помадой. Не хочется, но надо. Надо. Вот, и буду ходить по квартире с красной помадой. Прикольно, правда? Ну, куда выехала? В общем, никуда мне сегодня не идти. Но у меня сейчас будет мероприятие. Я сейчас буду гладить пододеяльник. Это событие. Это событие. Что-то какая-то я не пойму. То ли губы испортились, то ли я. В общем, вульгарный макияж, но кому не нравится, не смотрите. Наверное, вульгарный. Особенно верхняя губа вульгарная получилась. Ну ничего. Ничего страшного. Ой, вот уже свинюка. Что-то там мазнула. Таки мазнула. Сейчас буду вытирать. Да. Все. Ухо чешется. Наверное, дождь будет. Ой. Ну, кусы распускать не буду. Сейчас только расчешусь. У меня ж тут появляются эти мысли покраситься уже. Такие, знаете, прям настырные такие мысли покраситься. Ну, иногда и они потом на следующее утро эти мысли исчезают. Потому что я как вспомню, как мне... Потом следить за этими висками отросшими. О-о-о. Ну, пока не крашусь. Но, конечно, трудно, трудно мне, товарищи. Трудно. Видите, у меня уже челка может быть такая седая. Не, ну, я не чувствую себя уродом. С седыми волосами. Чувствую себя нормально. Особенно, когда глаза накрашу, тогда вообще нормально себя чувствую. Вообще. Сейчас сделаю селфи.